каком функциональном состоянии? Просто казалось, что Атлетика чуть-чуть перебегал Зенит, особенно, может быть, во втором тайме, когда могли дожать при счете 1-1. Атлетика почему-то перехватила инициативу. Ну, не знаю, как пропустили. Сначала вроде ничего так все выглядели, потом пропустили, стали бежать все вперед, то есть навсегда успевали назад. Могу объясниться. Вообще, насколько давит на команду вот эта серия из 6 неудачных матчей? Ну, конечно, мы хотим победить, то есть это матч Лиги Чемпионов, мы играем дома, то есть при наших болельщиках мы хотим их порадовать, хотим победить. Может быть, из-за этого огромного желания где-то в воротах и не залетает, но в момент ведь есть. Ну, что, старание и труд все перед этим. Если бы уже посчитали расклады в группе, при каком раскладе Зенит? Нет, даже не считал. Ну как, интересно, что мы хотим выйти из группы, то есть пока не подсчитывал ничего. Одно из условий, чтобы Атлетика не проиграл дома Порту, вы верите в это? Ну, почему бы и нет?